Друзья, всем привет! Будет короткое видео на тему, в каких условиях мы выращиваем ягоду. Те, кто у меня на канале давно, в принципе, знают наши условия, те, кто относительно недавно, я хотела бы наглядно показать. В общем-то, как говорится, мы не благодаря, а вопреки выращиваем ягодные культуры. Это не снег у меня здесь выпал, это у нас такая вода. То есть, это высаженная крапивка. Недавно снимала видео по ней. С ней все хорошо, она терпит, растет все это дело. И вот вода наша. Сколько тут прошло? Ну, чуть больше 2 недель. Вот за 2 недели поливов образовался вот такой вот солевой налет. То есть, у нас вода EC3,5. Преимущественно карбонаты. Карбонатно-магниевое засоление. Все это выглядит вот так. То есть без дождей соли накапливаются. Почва у нас тоже здесь подтапливаемая, солончак. То есть когда-то по весне у нас были настолько здесь высоко поднимающиеся грунтовые воды, которые буквально вровень с землей были. Потом грунтовые воды уходят. Естественно, соль высыхает. И, соответственно, накапливается в верхних слоях почвы, в которых, собственно говоря, и проходит рост всех растений. Но, тем не менее, видите, малина терпит, малина растет. Я даже кормила в эту воду. То есть я добавляла сюда где-то 1,5 кг удобрений 20-20-20, потому что нужно было дать в любом случае для старта. Видите, тут вообще. Так что все те, кто пишут замечания там, на тему того, что у нас какие-то низкие урожаи, для нас вообще подвиг в Ростовской области получать хоть какие-то урожаи на ягодных культурах. Именно поэтому у нас вообще, собственно говоря, не выращивают. Особенно клубнику. У нас вообще мизер по клубнике, ее практически нет. Потому что, ну вот так. И я вам хочу сказать, что EC3,5 это еще не очень такой высокий. У нас, в принципе, там вот, особенно где-нибудь там Новошахтинск, вот туда вот, там вообще EC4 выше совершенно спокойно. Ну, как-то так, немножко о воде и об условиях наших.